Всем привет, мы продолжаем играть в Криптарк. И, в общем-то, именно продолжаем. Третья волна, смотрим, что происходит. Надо выбирать, конечно, корабль. Много новых каких-то систем появляется непонятных, которые что-то строят. Какие-то непонятные улучшальщики, защитники, непонятно что. Так что не знаю даже, что мне тут делать. Наверное, я пойду сюда. Да. Пойду сюда. И не буду мелочиться. То есть по максимуму себя загружу. То есть будет много, не знаю, там аптечек каких-то, оружие топовое будет, максимальное количество патронов. Ну, потому что миссия уже чувствуется будет тяжкая. С наградой в 190 тысяч сильно проблем, я думаю, не должно возникнуть с выгодой. О, только мне показалось, вот такой хороший маленький корабль, потом я увидел вот этот кусок, потом я увидел вот эти куски. Интересно очень, я вот не ожидал, если честно, такого. Ну, прикольно, мне в принципе понравилось. Так, нам что нужно? Огнемет там всякий. Пулемет. Щит и трактор. Ясно. Так, во-первых. Нет, все, вообще никаких, по сути, ограничений, только оставлять систему турелей мне надо, и все. То есть корпус я ставлю на девятку. Оружие может быть. Ну, надо какое-нибудь классное взять. Вау. Стормхаммер. Интересно. А здесь тогда я попробую... Бластер. А-а-а. Только одно энергетическое оружие может быть. Ну-ка, давайте проверим Стормхаммер. То он заряжается? Вау. Вот эта перезарядочка у него. И это с ускоренной перезарядкой. Вау. Все еще заряжается. Ну, жестко. С ускоренной перезарядкой вон сколько заряжается. Ну, мощно бьет, но я думаю, я откажусь. Это слишком долго. Какая у него альтернатива? Бластер. А. Ну, это неинтересно. А, ну зато он патронов не тратит, получается. Ну нет, все равно неинтересно. Спасибо, не надо. Щиты, огнемет, да, огнемет. Огнемет я оставлю. И я думаю, оставлю пулемет себе. Посмотрю на зипкан. Что это вообще такое? Вау. Ну это прикольно. Ну, вот так издалека она урон, конечно, кое-какой наносит, но в упор. Зипкан. Или все-таки остаться с пулеметом? Да не, не сильно хуже. Останусь с пулеметом. Сейчас только гляну, как он с этим по сравнению. Да нет, возьму тот. Его и оружие немного побольше. Вот столько патронов. Трактор бьем здесь. Огнемет тоже патронов надо побольше. Не настолько больше. Вот столько. Аптечка, лодер. Это что такое? Это скорострельность, да? Да, скорострельность. Это хорошо. Пусть будет еще у меня... Вот, надо почитать, что это такое. Afterplacing. Activation Local. Так, то есть я могу где-то оставить такую штучку телепортатор. Ага, и потом туда в него закинуться откуда-нибудь. То есть куда-нибудь улететь, потом закинуться. Он мне время поможет сэкономить, когда надо будет. То есть это вариант.
Ну, я поставлю за 25 тысяч улучшение оружия, чтобы намного на 20% увеличить свой урон. И еще одну аптеку. Итого у меня получается 172 тысячи я трачу на все это. А 190 тысяч я получаю, даже если не выполню ни одно из заданий. Ну, а я планирую все три выполнить. Так что вот это будет мой сетапчик. Ну да, неплохо смотрится. Так давайте глянем, что нам, в общем-то, надо делать здесь. Где кор? Вот кор. Здесь мне что-то надо, там, возможно, ничего и не надо. Ладно, пойдем по порядку. Вот здесь мне по-любому надо вычистить. Repair System надо по-любому вычистить. Сюда я залечу вот отсюда. Иду сюда. Что это такое? Так, делает ядерный взрыв, когда система уничтожена. Что? То есть мне нельзя ее уничтожать? Блин, ну я хочу попробовать. Не, я посмотрю. Надо попробовать. Так, вот эту я уничтожаю, вот эту я уничтожаю. Center System мне не надо уничтожать. Juggernaut Factory уничтожаю. Repair System уничтожаю. Короче, здесь я просто все вообще зачищаю. А начинаю я, ну, просто все подряд защищаю вот так вот. Тут тревогу активирую, но я думаю, что ничего страшного. А, нет, я облечу. Шикарно. Этот корабль я зачищу целиком. Ну, а дальше посмотрим. Фух, погнали. Так. Ну, вот так. Ого. Кого я хватать могу? Так, это что? Ага, это система тревоги. Исследование. Не пали меня, пожалуйста. Это что? А, это ядерный взрыв. Его и так просто уничтожим. И уйти мне надо будет. Ну ладно. Дроны его, естественно, чинят. Кстати, мне с огнеметом немного эту штуку поснимать, потому что я ее не люблю. Хорошо. Сразу же вылетаю за дронами. Где дроны? Далеко дроны. Возможно, они успеют починить что-нибудь. Кислотный чувак какой-то. О, кислоту разбивает. Хорошо, там. Ну, хоть она своих домах. Схватили и фигачим. Хорошо. Ага, исследование. Никуда без исследований. Большая подчиняйка корпуса, интересно. Почему не схватился? Вот. Плотники, сколько врагов-то тут. Ой-ой-ой, поранил сам себя чуть-чуть. Аккуратно. Кто здесь? Мне чинилку нужно сначала вынести. Я здесь на все забиваю. Ты знал, что кто-то здесь сидит. О, отбило. Уйдите. Все, сжигаю. Напрочь сжигаю эту систему. Как в страшном сне просто. Зажгись, спасибо. Ужасно израненный я. Ага-га-га. Это что такое? Мне это надо уничтожать? А, ну, наверное, надо. Дрон Factory. Да, надо уничтожать. Дрон Factory. Как ее? А, вот так. Ясно. Пол. Ну, давай. Открывайся. Дрон Factory. Так. И пошел. Ой-ой-ой, там телепортер открывается. Вау, вот это телепортер. Мне туда надо? Вот вопрос, очень-очень резонный вопрос. И плюс меня пугают эти черепа здесь. Джиггернаут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Джиггернаут. Они, видимо, за мной летят. Так, где у нас Джиггернаут Factory, мне интересно. Вот это Джиггернаут Factory? А, окей.
Ой, лазер убрался, кстати, походу. Ладно, я не хочу телепортироваться никуда, да? Да, я не хочу. Тревогу я облечу, пожалуй. Ну, или уничтожу. Уничтожу я тревогу. Не буду попросту... Ого, что было? Что это случилось? Я что-то не заметил. Ну, ладно. Не буду попусту... Так, ко мне джиггернаут идет. Это джиггернаут. А, я понял, что случилось. Так, во-первых, единичка, я починю очень много. А во-вторых, я понял, что меня убивало. Как неудивительно. Два джиггернаута сразу. Да что за взрывчатка такая? Блин, джиггернауты. На мои оружия не очень не справляются, мягко говоря. С этой взрывчаткой ужасно отвратительной. Уйди, уйди от меня. Уйди от меня. Все, наконец-то. Так, надо очень следить за джиггернаутами. Просто прям вообще. Так, починюсь я, потому что очень плохо себя чувствую. Как с патронами дела? 1000, там... 1000, ладно, с патронами еще более-менее. Так, сюда я опять не залетаю. Потому что мне здесь еще щит нужно зачистить. Сюда. Ну, давай-ка. Вот так, хорошо. Опять сам себя чуть не раню. Так, спокойно. Хорошо. Здесь еще есть что-то нужное? Нет, я вылетаю сюда и смотрим, куда идем дальше. Нужно ли мне что-то здесь? В принципе, Джиггернаут Фактори или что это такое? Да, Джиггернаут Фактори мне мешать будет. А вообще, в целом, я могу забить на этот отрезок. Но тут много исследований, тут коробки с припасами, которые я не буду использовать. Так, здесь мне точно ничего не надо, сюда я точно не полечу. В принципе, я все могу идти и кор ломать. Могу. Получу еще исследований. Майн Лэйр, Мобил Систем. Не понял. Ну, что-то с минами, короче. Да, я пойду за кором, наверное. Хотя здесь куча исследований. Куча 4 исследования. То есть, я могу беспрепятственно сюда зайти. Турель, куча врагов нет. Сколько у меня времени осталось? 1 минута. Все, я вливаю в ужасе и страхе. И кто, да-да-да, мне говорили, что можно прокладывать маршрут. Вот так вот. Ну вот, проложил. Как он мне... Почему он меня через стену прокладывает? Я не знаю. Ладно, не важно. Так, нужно очень торопиться. Маршрут. Веди меня. Что-то как-то он странно меня ведет, больно. Маршрут! Как ты меня... Что это такое? Почему он меня так ведет? Я не знаю. Тратим весь огнемет здесь. Вообще без страха, без ужаса. Страх-то какой. Ой-ой-ой, какой страх. Да, у меня щит закончился. Я могу что-то сделать, чтобы себя спасти? Нет. Что-то я так не ожидал, если честно, такого отпора дикого. Все. Ну, что-то я там открыл, надо проверить будет. Но я не ожидал такого отпора. Вообще вот никак. Тем более, ну не, на самом деле, слишком я время хотел сэкономить. То есть... Слишком хотел время. Да, сюда я точно не иду. Сюда точно не иду. Не хочу, но, возможно, придется. Потому что здесь совсем маленькая награда. Да. Сюда, наверное, полечу. Так, 100 тысяч максимум я нагружаюсь, да. Пошли сюда. После такого сокрушительного поражения. Ну, я думаю, что огнемет просто всех растащит. Ладно, будем знать.
Ладно, что у нас снова есть? Вот эта штука. И вот эта штука. Так, давайте посмотрим. А, что-то мне сказать хотят? Да, хорошо. А, да, это про меня, про умную пушку рассказывают, вот. А, вау. Мне нравится, что у него такой урон хороший. Да, это вариант. А первая? Она сквозь простреливает. Но она меня очень сильно замедляет. Да, очень сильно. Хм. Я не знаю, что мне выбрать-то. Столько оружия уже. Но огнемет я по-любому оставляю. Да, потому что он у меня делает половину работы. Так. Сколько вот это стоит? 30к за 400 патронов. Вау. Сильно. А здесь 45к за 700 патронов. Ну это хэви машинган. Причем проникающий. Так что да. Здесь у меня новая починка. Ого, клок. Clocking Wave activated. Да, он дает мне невидимость ненадолго. Эх, я думал навсегда. Жаль. Ну ладно. Сколько большая починка дает? 10 очков корпуса за 30. Ну, поскольку у меня максимальный корпус в этой миссии, наверное, 8 сделаю, так что нет смысла ее с собой вести. Так, максимальный корпус. Мне нужно деньги сэкономить. На первой кнопке мыши обычный стандартный машинган со стандартными патронами. Огнемету я немного тоже порежу. Я бы среднее хотел, 1000 я бы хотел патронов. Но не хотят мне это дать, так что будет 750. Смартган уходит на щиточек. И все равно у меня слишком много денег. Здесь, видимо, я не беру ничего. И здесь тоже ничего. И здесь ничего. Придется. Потому что я пользуюсь щитом, я пользуюсь огнеметом, пользуюсь трактором, пользуюсь этой штукой. Одна аптека. Эх. Хотел бы я еще аптеку. Но нет. Не могу что-нибудь взять за 7000. Ки-код, да не. Клок за 8. Невидимость. Давайте попробуем. А, нет, он 8 стоит. Да я не могу его взять дальше. Все тогда. Может быть, вот. Так вот. А, не. Успокойтесь. Вот так вот. Да, можно. Огнемет сколько? 30 сразу будет стоить. Нет, тогда все. Я думаю, я готов. К просмотру. Ой. Вот здесь бы мне телепортер пригодился, потому что я влетаю сразу здесь. Оставляю здесь маяк. Быстренько все вот так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зачищаю и возвращаюсь. Ладно, мне по-любому нужно сюда и сюда. Чё как сложно все? Прям вообще жалуюсь. Ладно, все, я полечу сначала сюда, потом вот эту уничтожаю, потом лечу сюда, уничтожаю вот эту, пофиг на тревогу, и уничтожаю вот эту. Я могу как-то несколько точек установить? Нет, ну ладно. Короче, я лечу сюда. Маршрут, кстати, хороший. Что мне надо делать? Не открывать коробки с припасами, loadout max 100 сделал, gap center systems, это вот это. Я ее не хочу уничтожать. Она мне будет мешать, ну да ладно, фиг с ним. Все. Лечу. Вот 96к. Погнали. Погнали. Времени хорошо много дано. О. Так прям сразу на меня все накинулись. Иди. Так. Уйди. Так, я сказал, уйди.
Вау, вот это жесть. Я очень рад, что я смог ее схватить. Эту штуку. О, лазер тревоги. Все, нет лазера тревоги. Так, здесь кто-то засел. Немного долго заряжается трактор Бим. Если кто-то думает, типа, что я не сразу стреляю, почему я жду. Я не жду, это перезарядка. Самая подлая система из всех вообще, которые только есть. И теперь я сразу вылетаю вот сюда. Да, жаль, придется в обход. И карту использовать... буду, не буду. Да, буду. Так, это мы игнорируем? Да, игнорируем. Потому что их всех сразу чинить будут. Очень много врагов. Я понял свою ошибку. Слишком много врагов. Слишком опасно. Эх, не прожал щит вовремя. Хорошо. Тебя прям. Кто-то там еще есть? Да, конечно. Куда же я не денусь? Да? А где лазер? А, лазер внизу был. Сейчас сначала с этой штукой надо разобраться. Хорошо, лазер. Уходит. Наполовину уже починили систему починки, так что мне надо поторопиться. Взят. Надеюсь, что никто меня не замечает. Ай-яй-яй, забыл, что здесь есть чуваки мелкие. Совсем забыл. Вообще не туда я зашел. Явно. Блин, да что ж какие все опасные. Так, ну ладно, юзаю починку. Я даже не успел заюзать починку. Как-то очень тяжко все идет. Опять, чуваки, опять мне выбирать надо все. Не могу сделать. Возможно, могу сделать. Given Lock System. Это я тоже могу сделать, но маленькая награда. Или вот этот, или вот этот. Не, хочу на большой. Это уже все будет, как бы, все или ничего. Все или ничего. Даже, по-моему, я исследований никаких не получил. Да, нет, ничего нового. Ха. 6 макс хул. 6. Две починки беру однозначно, потому что у меня скилла явно не хватает. Деньги экономлю. Деньги не экономлю, но мне всего 150 тысяч, так что сложно их не экономить. Так, машинган, огнемет, щил, трактор. Обычный машинган, я думаю, надо заменить. Или на вот эту. Или на смарт. Не, на хэви машинган. Будет мешать мне летать нормально. Ну не, надо, надо. Причем, возможно, с патронами. Вот так вот. Трактор, огнемету тоже патроны нужны. Все, у меня деньги остались. У меня осталось 10 ровно. И я склоняюсь к еще лодер 15, жалко. К еще одной аптеке. Чтобы, блин. Все, 154 и 154. В копеечку. Что перестраховаться? Какие интересные корабли-то все. Прям меня очень радует, если честно. Такое разнообразие. В целом, вообще, игра смотрится очень... даже хороший, готовый. Ну, один раз у меня там что-то багануло, но не думаю, что из-за этого стоит прям переживать. Кор, ну, то есть я облетать буду, видимо, здесь. Залечу сюда. И полечу сюда, вот так вот, через эту штуку. А, в центр мне не надо, хорошо. Кто мне нужен? Destroy Alarm Systems. Ну да, вот он, Alarm System. Все, то есть я залечу вот отсюда, вот, соберу быстренько исследование. И пойду просто вот так вот все прочищать, проносить.
Или вот отсюда залететь. Не-не-не, вот отсюда вот. Может, эти два тоже собрать? Нет, обойдусь. Ладно, пошли. Что-то мне говорят. А, да. Угу. Последний шанс. Да, последний шанс. Исследование. Одно. Второе. Хорошо, что-то я получил. Ну, дальше я просто буду вот так вот лететь, так что мне уже маркера не нужны никакие. Буду просто на мини-карту смотреть. Схвачено. Брошено. О, минка осталась. О, да, у меня шеви машинган, я забыл. Это что? Ну, это надо уничтожать Ай-яй-яй. Так, только, блин, кислота-то на мне висеть осталась. Как бы мне от нее скрыться? А, ну ладно, я еще... Подлая кислота. Жестко машинган пробивает. Хорошо. Ой-ой-ой, портал, портал, я не хочу. Ребят. Ребят, ребят. Вы не подумайте ничего тут, ну. Фига. С чего это оно так? И оно все еще растет? А, все, хорошо. Вы, блин, не подумайте чего, но это как-то слишком. Ой. Разрезал его об лопасти и чуть не убился. Его еще и чинят дроны. Так, стоп, а где у меня дроны? Это я, мне кажется, знатно. А, нормально. Полечу, знаете, я за дронами сразу полечу. Чтобы они никого мне не чинили там. Иди, пожалуйста, вот сюда эту штуку. Так, ты со мной идешь. Это дроны, это не дроны, пофиг. Вот дроны. Пошли. Без пощады. Дронов щадить, блин, нет, ребят. Не сегодня. Не прожал щит. Ребят, единичка. Живем. Куда они все поналетели-то сюда? Я вроде тревогу не активировал. Да тревогу я же не активировал, откуда вы все здесь? Двоечка. Я серьезно, я не понимаю, я не активировал тревогу. Откуда? Откуда сюда все поналетели? Да откуда же? Все. Я даже не знаю, что сказать. Ну и как бы вот конец получился. Да. Ага. Хорошо. Расторгают контракт. Очки. Время 0.26. Ревенж. Ну да, сначала я немного нарастал, потом уже много миссий подряд провалил. Непонятно мне, откуда вдруг налетает толпа. Просто толпа, я вроде бы вот в последней даже миссии. Я лечу, за собой все зачищаю. Не активирую тревогу. Это, мне кажется, главное. И вдруг вылетает просто огромная толпа ниоткуда. Вот меня немного возмутило, но ладно. Надо, видимо, чаще на мини-карту смотреть. Ох. Даже не знаю, такой выпуск получился сливной, но я думаю, что я много уроков для себя вынес. И в следующий раз... Буду уже не так торопливо действовать, что ли.
Ну да, и конечно будут надеяться на новое оружие, посмотреть, что еще есть в игре. Но мне лично игра очень нравится, я не собираюсь эту серию заканчивать. Ну и надеюсь, что вам она тоже не надоест. Так что вот сегодня такой достаточно сливной выпуск. Ну а вообще, всем спасибо, всем пока.